У нас очень интересный сейчас проект. Мы идем в костюмах своих, на каблуках туфли. И мы идем снимать клип на наше произведение хоровое. Но вы просто посмотрите, где мы идем вообще, как мы добираемся. Песочек. Никогда еще я не ходила в концертном костюме по лесу, честно вам признаюсь. Романтика. Да. Это новый опыт. Но природа великолепна. Как всегда, моя любовь. Идем по такой тропиночке. В туфельках. Необычно, но для всего бывает первый раз. Вау, там речку. Вам видно, не видно? Не видно. Ну, поверьте, она там есть. Наш тетерев зеленый. А теперь посмотрите, даже я никогда не была в родном городе в таком месте. Класс. Да, не хуже Швейцарии. Ты фоткаешься? Домбрскими корнями. На паспорт. Ты так стоишь, как этот? И монумент славы воинам Великой Отечественной войны. И речка совсем зеленая, и лес, и все зелено. Ух, взял! Так, стоим. Девочки, давайте, бо Вовка хоче пиво. Не тільки я. Девочки, не відходьте назад. Садитесь сюди. Вони відходжу я назад. Ну, стали красивенькі. Хлопці, що, сідаємо чи з боку? Хто може, то хай сяде, Сенсан. Хто може, хай сідає, я не буду. Я присяду. Не так далеко фотографія. Хто фотографує буде, мене цікаво.